Перед этим матчем много шло разговоров, кто будет играть только после чемпионата мира 2018 года в России. Месси взял паузу в выступлениях за сбор Диего Армандо Марадона. В одном из интервью он буквально накануне заявил следующее. Ну, в своем стиле у аргентинцев, вы слушаетесь только, Агуэро, Ди Марии, Гуаин, Маскерана, Лукас Билья. Ну и вот они выходят на стадион имени короля Абдаллы. Разыграли мяч. Аргентинцы сейчас лихо против него Ренцо Саравия сыграл. Вы знаете, такое ощущение, что аргентинцы сидели вот сейчас, выжидали вот этого момента. Что... Неймар. И упустил. Неймар побежал. Данило. Все. Здесь какой нырок-то у Неймара получил. Он только помощниками тренера. Он работал помощником тренера в одном из испанских клубов, потом возмущающая передача. Куда? Куда нарывок? Николас Атальефико, он умеет и простреливать, и скидывать! Молодцы! Очень грамотно, еще раз повторюсь, Винтер. И главное, вот такая осторожность, как, я не знаю, как в финале чемпионата мира. Где на кону стоит нющая передача. Вперед! Здорово, здорово, здорово! Можно здесь побороться. Еще кто-нибудь набежал бы. Нет, здесь Рамос. Рамос подстрелил. Артура Рамоса. Неймар. Свисток арбитра. Офсайд. Вот. Вот чего ждут болельщики. Неймар. Хотел забросить мяч на... Но это Николас Отаменди на ваших экранах. Страховал здесь Данила. Здорово. Габриэль Жезус. Жезус! Ну тут... Вот! Это было опасно. Игры. У Неймара. Не удается аргентинцам перейти в контратаку. Бразильцы мяч перехватили. Опять свисток арбитра. Не доходит, молодец, только плотненько зацепился Роберто Фирмино за мяч, передача в штрафную, Данило, при его-то росте, его росту не хватит, фланг успеет добежать или нет, Жезус, да, успел добежать к мячу, нет, Неймар, нет, Ренцо Саравия за ним следит внимательно, еще одна, что, не было там нарушения, арбитр показывает, надо вставать. Нет, здесь не было нарушения правил. Со стороны Касемиро сейчас на повторе прекрасно. Данило догонит или нет? Вот такая передача слишком сильная. Слишком сильно Фирмино отдавал соперника. Сейчас великолепно как обыгрался Леандро Паредес. Но вот уже и начинают хулиганить бразильцы. Насип Луис. Он на краю штрафной. Прострел под удар. Наверняка Роберто Фирмино отправлял мяч в надежде, что... Бразильцев предложили сказать, держи мяч, хочешь? Сказал, хай. Ой-о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 й
попробует они сейчас эту атаку раскатить. Нет, нет, арбитр должен был дать свисток. Должен был, да еще. Подача! Не дотянулся до мяча Касеми. Дарьяфико. Заработал аут. Бежал и встал. Неймар пытается прорваться через левый фланг. Неймар! Прострел не получается. И вдвоем аргентинцы блоки. Передача прошла от Альевки. Молодец, какой Дибал. От Альевки сбивает с ног. Срезает его буквально. Скосил, как косой. Да? Подача. Паредеса на штрафную площадь. И мяч уходит. Куда? Мяч никуда не уходит. Ника тут его принимает Габриэль Жезус. Опять свисток арбитра. Тольяттика негодует. Нюра. Брать мяч. Вот момент! И отстоялись. Жоми.
Миранда. Да, голову, колени. Потому что откровенно порой скучновато было. Но и ответ аргентинцев. Вот так еще один раз. Вот Миранда, забыли его все. Вот Миранда. Почему за ним не следит никто? Подача. Гол! Тут еще Миранде едва свой не помешал.